неприятное, тяжелое время. Поэтому поддерживаем всю нашу власть. И областную, и, как говорится, российскую. Дай Бог им здоровья. Везде, как говорится, раздрай, везде лазутчики, везде предатели. Ну как это так можно, а? Ведь вчера они были наши, сегодня они уже против нас. Ну, в общем, неприятная история, поэтому то, что сказал Владимир Владимирович, не прибавить, не убавить нельзя.